Добрый день, Владимир Прокопенко. Сегодня 31 января. Сегодня очень хороший день. Сегодня будет где-то градусов, наверное, 22-23. Тут пчелка вот идет прям как речкой на эквалипт идет. Очень сильно идет. Прям трубой туда она идет. И в ту сторону тоже вот на поселок. Тоже идет очень хорошо. Даже вот слабенькие семьи, посмотрите, как они летают. Пергу, вот он уже желтую пергу несут. Желтенькая, беленькая. Вон. Ничего, очень хорошо. Этот год очень такой хороший, теплый, дождей много, и вовремя дожди проходили. В основном как-то дожди ночью были, днем дождей не было, холодных дней много тоже не было, то уже завезли мы на Алмант, завезли мы 860 семей. Вот еще следующая неделя, вся неделя позавозим, и на этом все. Будем прокормим их и будем ехать домой. Где-то дней на 10 домой съездим, приедем и будем уже готовить, отводочки делать. Я листочек закрыл, а ну дайте я вам помогу, а то. Так. Хорошо летают, очень хорошо летают. Стоит гул, стоит. Ой, листочки вон повырастали. Надо вот так вот, вот они. Бессильны против листьев, травы. О. Итальяночка, вот эта вот итальяночка чуть-чуть светловатая, ну не такая рыжая. Есть рыжие пчелы аж как золотистые, и трутни как золотистые, то не очень они мне нравятся. Они на пособиях только и живут, их надо кормить, кормить и кормить. То вот здесь у нас сильных осталось 292 семьи. Вот уже в понедельник отсюда его полностью заберем, увезем. Думаю, в четверг, если Бог даст, все благополучно. В четверг закончим уже вывозить пчелу полностью. И там уже в пятницу за сиропом съездим, прокормим и будем ехать домой. Через 12 дней, если все благополучно, будем мы уже дома. То этот год у нас очень хороший. Пчелки развитие было очень хорошее. То вот это тоже итальяночка. Да, природа здесь очень хорошая. Ну вот понедельник и вторник, 2-3 дня будет прохладно, будет опуститься температура до заморозков. Это пару градусов на Алмаде будет заморозки. Ну один день всего, а пару дней днем будет температура всего где-то, наверное, 10 градусов всего будет тепла. Как они красиво летают, гудят. Спасибо за просмотр.